Новый план по развитию северо-восточных регионов разрабатывается в Китае. Об этом говорили на пресс-конференции Государственного комитета по делам развития и реформ. Темп роста экономики этой части Китая последние 2 года находится на самом низком уровне. Регион нуждается в трансформации промышленности и обновлении производственной базы. Поэтому сейчас этому направлению будет уделяться максимальное внимание. Главная задача к 2020 году – превратить район в производственную базу с передовой техникой. В возрождении Северо-Востока также важную роль в инновации и развитии предпринимательской деятельности. Согласно новой стратегии, Северо-Восток Китая будет играть важную, поддерживающую роль в развитии экономики страны. Там будет создана передовая производственная база, будут внедряться новые технологии, использоваться новое сырье и развиваться сельское хозяйство на основе инноваций. По плану, к 2020 году важные отрасли района должны быть полностью готовы к масштабным переменам. Сейчас обсуждаются детали проекта, и совсем скоро мы представим конкретный план на ближайшие 3 года. Мы озвучим цели, дорожную карту и сроки. Первый этап программы будет состоять из 130 проектов, в основном связанных с инфраструктурой.